Гомельской области не привыкать к эпитетам «первое в стране», «единственное» и «лучшее». И все эти слова в полной мере применимы к Гомельскому стеклозаводу. Его история началась в январе 1930 года, когда правительством было принято решение о строительстве стекольного завода в поселке Костюковка в 15 километрах от Гомеля. Уже месяцем позже была разбита строительная площадка, а 8 марта был заложен первый камень в фундамент гончарного цеха первого на территории Белорусской ССР стеклозавода. 3 года продолжалось строительство, и 5 ноября 1933 года была выпущена первая лента стекла. Кстати, именно эта дата считается днем рождения предприятия. Производство быстро набирало обороты, и практически сразу завод стал флагманом стекольной индустрии огромной страны. Великая Отечественная война внесла в эту историю разрушительные коррективы, причем в буквальном смысле. Оборудование успели эвакуировать в Башкирию на Красноульский стеклозавод, а вот само здание было полностью уничтожено. После освобождения Беларуси восстановление предприятия велось стремительными темпами, и год Великой Победы Гомельский стеклозавод отпраздновал выпуском своей продукции. Предприятие развивалось, росло, осваивало различные типы продукции. И отрадно заметить, что в Советском Союзе каждый 10-й метр стекла, квадратный метр стекла, он выпускался здесь, на Гомельском стекольном заводе. В новой истории завода вписано немало славных страниц. В конце 1996 года впервые в республике на базе предприятия ОАО «Гомельстекло» был начат выпуск полированного стекла методом термического формования, которое по сей день является основой для широкой линейки строительных светопрозрачных конструкций, изготовления энергосберегающего и солнцезащитного, автомобильного и закаленного безопасного стекла. В 2010 году на предприятии была введена в действие вторая линия по производству листового полированного стекла мощностью 780 тонн стекломассы в сутки. Наша продукция окружается во многие страны мира, такие как Россия, Турция, Польша, Румыния, и не уступает мировым брендам в качестве. В 2014 году в результате реализации первой очереди инвестиционного проекта «Организация производств по промышленной переработке стекла» на ОАО «Гомельстекло» произведен монтаж оборудования и пуск новой линии по производству ламинированного многослойного стекла. Помимо линии, здесь присутствует в этом цеху также и комплекс оборудования, который позволяет производить перерез данных форматов стекла на более мелкие форматы стекла для увеличения потребительского спроса. Как на рынках Республики Беларусь, так и на рынках дальнего зарубежья. Такая продукция обладает рядом уникальных свойств и используется в тех случаях, когда к стеклу предъявляются повышенные требования и нормативы. Впрочем, и на этих впечатляющих результатах на предприятии решили не останавливаться. В 2016 году, в ноябре месяце, мы запустили производство, линию производства стекла с покрытием. Это тоже новейший ноу-хау, новейшая технология и новейшая новая продукция. Тем более эта продукция, она кроме того, что дает предприятию возможность добавить добавленной стоимости и продавать еще больше, дороже свою и выгодней продукцию, начало производства стекла с покрытием имеет колоссальное социальное значение для Республики Беларусь. Это утепление наших домов, это утепление наших квартир. Для наглядности стоит пояснить, что характеристики такого стекла по сопротивлению теплопроводности увеличиваются в 2 раза, то есть практически приравнены к стенам в помещении. В самых ближайших планах полностью обеспечить строительную отрасль нашей страны стеклом собственного производства. Сегодня, благодаря своим уникальным свойствам, стекло все шире представлено в жизни человека. Оно используется дизайнерами и архитекторами как самое выразительное средство, дающее пространство и свободу. А новые разработки и технологии производства позволяют передать изначально хрупкому материалу эксклюзивные свойства. Всем этим требованиям соответствует продукция, производимая на ОАО «Гомельстекло». И это позволяет предприятию с уверенностью смотреть в будущее. Наше стекло – это стекло мирового качества. А это, в свою очередь, позволило нам продавать свой продукт именно на тех рынках, на которых продают свою продукцию мировые бренды. И продавать по тем ценам, по которым продают свою продукцию мировые бренды.